Внимательные и строгие инспекторы ГИБДД сегодня при параде и с букетами наперевес. В преддверии Международного женского дня мужчины в форме поздравляют виновниц торжества. Поздравляем вас с наступающим праздником, вашим профессиональным. Желаем вам всего наилучшего сегодня и вообще всегда. И большой вот такой подарочек вам. Мурашки просто бегут, очень приятно. Спасибо, побольше бы вот таких вот случаев. Всего в регионе более 72 тысяч автолюбительниц. Это в 3 раза меньше, чем водителей мужчин. Инспекторы признаются, несмотря на общепринятое мнение, проблем на дороге женщины создают в разы меньше, чем представители сильного пола. Женщины за рулем аккуратней, дисциплинированней, хотя и бывают случаи, когда женщины управляют транспортом в состоянии опьянения и попадают в дорожно-транспортное происшествие. С каждым годом женщин за рулем становится все больше и больше. Такие случаи есть, и по статистике все-таки пока женщины у нас более дисциплинированные, чем мужчины. По данным ГИБДД, за 2 месяца текущего года девушки за рулем нарушили правила порядка 6000 раз. Главное, что накануне весеннего праздника автомобилисткам желают инспекторы пореже оказываться в их статистике. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.